У Білгороді-Дністровському в приміщенні сесійної зали відбулося планове засідання громадської ради, яка діє при виконавчому комітеті міської ради, де було розглянуто наступні питання порядку денного: план проекту та будівництво каплички на території міської лікарні, а також питання ефективного використання бюджетних коштів комунальним підприємством «Водоканал». Стосовно першого питання, то у представників громадської ради виникли певні непорозуміння, пов'язані із неналежною презентацією проекту каплички. Нагадаємо, за кошти парафіян на території Білгород-Дністровської міської лікарні в межах вулиць Московської та Радянської планується її будівництво. На засіданні ради представникам управління містобудування та архітектури довелося буквально на пальцях, наче справжнім віртуозам, пояснювати проект каплички присутнім у залі, бо необхідної візуалізації не було, обмежились лише фотографією. А відтак, в яких межах, яка квадратура та інші соціально важливі моменти архітектурної будівлі залишилися лише на словах. Я лично смотрел, там ни подписи, ничего. Говорю, что если подаются документы, они должны быть официально подписаны, все. Это идет на общественный совет или на исполком, или где. Это, ну скажем, протокол принято так, я смотрел. Но было бы, конечно, классно, если бы вы сегодня визуально показали. Часовенька это будет стоять там. Она целесообразна там, она в самом надежном месте. Вот видите, у нас сразу загадки и вопросы. Жвавого та живого обговорення набуло друге питання порядку денного, яке стосувалося ефективності використання за цільовим призначенням бюджетних коштів комунального підприємства «Водоканал». Громадською радою було уважно вивчено документи як комунального підприємства з використання коштів міського, обласного та державного бюджетів, так і документи, надані фінансовим управлінням міської ради. І ось найважливіші висновки громадської ради. Детальной проверке подвергались два вопроса. Это выделение денег на трубы, 100 тысяч, вот, на замену ветких сетей на территории города Бессарабия и проверка закупки насосов на 85 тысяч. По закупке труб. Трубы по распоряжению городского головы выделялись на замену ветхих водопроводных сетей. И, к сожалению, в этом распоряжении городского головы не указано, каких именно ветких сетей. Что послужило, я считаю, но таким, ну не знаю, мне кажется, неэффективным использованием в данном случае этих денежных средств. Почему? Сейчас я вам объясню вкратце. Значит, проверка улиц, космонавтов, беседа с людьми. Проверка улицы Ельцова, беседа с людьми, показала, что там действительно была заменена 75-я труба на основной магистрали и 63-я на дополнительных колодцев водопользователей. Значит, за все эти трубы люди платили деньги. С каждого двора по 150-200 гривен водоканалу. Часть денег проходила по кассе, это вам виднее там знать, как, что. Но мы столкнулись с такой ситуацией. То есть за бюджетные средства купленные трубы, которые должны были водоканал заменить. По вопросу закупки двигателей и их установки за бюджетные средства. Значит, купленные были 3 насоса итальянского производства «Сайерс» вот, с пультом управления и 1 насос с микроволновым прерывателем, частотным прерывателем, станцией частотного прерывателя для использования непосредственно, так сказать, в сети, воды, подачи воды в сети. Значит, здесь Александр Васильевич отметил, что этот насос, вот насос наш отечественный на улице Лесная хорошо работал. Вы слышали, наверное, да? Так вот мы были на улице Лесной, где действительно, вот, будем говорить, нормальная ситуация сложилась. То есть территория ограждена, более-менее ухожена, каменные помещения стоят, где стоят пульты, доступ посторонних лиц отсутствует, и там установлена автостанция, чистота, порядок. Единственное, что там нет замка на заборе. То есть вопросов вот именно по этому участку нет, поэтому по этой скважине нет. Посетили на скважину на улице Орехова. Значит, Территория заросшая. Спрашиваю начальника участка, какой здесь стоит двигатель, итальянский. Да, итальянский двигатель здесь стоит, но пускового устройства нету. То есть пусковое стоит старое, советское, надежное устройство каменное наше. Насос установлен, его нет. Поехали на центральную, вначале поехали на центральную, на территорию прямо хозяйства. Третий насос был установлен якобы. Мы же не видели, установлено, не установлено. Пришли. Да, действительно, что-то там установлено, все остальное. Пусковые, там 5 скважин на территории водоканала. Но если вы видели, в каком состоянии находится помещение для эксплуатации, то есть где пульты стоят эти насосы, это старая будка ржавая, без окон, без дверей, я не знаю, что там делается зимой. Открыты все вот эти... Доступ полностью, открыты пульты эти все открыты, вы понимаете? Оголенные провода, это ужас. Это, Александр Васильевич, необходимо вам обратить на это внимание и принять надлежащие меры. Почему? Потому что это наши городские деньги. Ладно. При выделении бюджетных средств на закупку трубоэнергосберегающих насосов для КП «Бєлгород-Днєстровський» нарушен принцип бюджетной системы Украины, а именно эффективность и результативность достижения максимального результата при использовании определенного количества бюджетных средств. Ну, в частности, уже было сказано, что не так легко сделать средства, чтобы это все можно сделать. Спецсредства в водоканале не иметь, это просто грех. И этих денег надо иметь, закупать все дешево, потом искать взаиморасчеты с исполкомом и с теми организациями, которые должны... Все можно решить. Я хочу сказать, что это вода. И здесь вопросов не может быть. Все можно сделать. Телеканал «Бессарабія ТВ» разом із представниками громадської ради Бєлгорода-Дністровського проведе власне розслідування стосовно цільового використання бюджетних коштів комунальним підприємством «Водоканал». Результати розслідування дивіться через тиждень на телеканалі «Бессарабія ТВ» у випуску програми «Зона відповідальності».